Ну блин, ну пистолетик, ну нет. Да. Блин, пистолет не видел. Ну, зато корабль, кстати, взял. Время так себе, правда. Развернулся. Бомба. Фига. Да повезло. Не взял бомбу, блин, там этот так близко было, капец, я ж поднапрягся тут. Поезд хороший, блин, мне обидно так сливать из-за бомбы, блин. Опять. Бомба была, блин, исчезла. Я по мигающему выстрелил. Ладно, повезло. Что половину хода не палил пулю словить. Нет, там всегда можно быстро среагировать. То есть я когда я стою на половине, я всегда слежу. И если кто-то выстрелит, всегда можно успеть среагировать. Если ты смотришь на тот танк, который может тебя попасть, и ты пулю увидишь, можно успеть среагировать, если не, не медлить. Блин, это последний. Я, ну, я так и знал, что он мне помешает, блин. Блин, о, часики. Цель какая? Ну, САП 6.30, по идее. Опять, блин! Ладно, повезло. 6.30, это не сложно. Бомба была. Окей.
Не, 6.12 тут близко к нереальному. Как САП-16 у вторых чипах, наверное. Ладно, поет 11-й. Лучше могло быть, если бы пауэрап выпал, там бомба в конце, например. Ну вот, я же говорю, несложно. Хороший ран. В начале там, правда, было там. Спасибо за джиджи достроек.